не совмещая традиционные с учением формулу долгожительства нашего российского народа. Ты знал. Вот тоже. У кого есть наличие, то налейте. Ибо это слушать в сухую невозможно. Завтра лучше, чем вчера. Да кто ж до завтра доживет? Колхоз не паш, третий год цыгане стерли трактора. И не родит ни стебелька, а землица без коровика. Сидим и вот пьем, как все добьем, так и умрем. А так как все нам не допить, так значит Бог хотел долго жить. Поэтому поздравляю вас с Новым годом и практически с вечностью, с бесконечностью. Да. Не, заканчивая все-таки об этом. Басню сократили, это называется. Я еще раз хочу, чтобы насладились великой гитарой Евгения Николаевича Быкова. Романс. Настаиваю на этой форме романс. Романс о великом напитке, релаксирующем. Как говорю себе, водка — это 5 букв по горизонтали, а это 4 буквы по вертикали с утра. Причем гитара Евгения Николаевича знает, о чем она играет. Николаевич, соберись, педаль. Я вспоминаю историю, когда Евгений Николаевич однажды прикупил педальку, сработанную, по-моему, кослинскими мастерами. Она была из литого чугуна, педалька. Он ее носил, знаете, в рюкзаке, он, я всегда говорю, набил себе холку. И старый ЦАП еще был на Павелецкой, мы пришли туда выступать, он так на сцену, да, на сцену вышел, педальку так бросил на пол, и она так острым концом вошла наполовину в пол. И вынуть ее оттуда было невозможно. Килограммов 7. Я говорю, Николаевич, зачем ты такая, такую страшную тяжесть вообще? Сподобило меня на все это дело, конечно же, вот этот вот ценник. Не то чтобы ценник, а наименование изделия. Подставка для музыканта. Подставка для музыканта. Надо же купить, конечно, такую штуку. Это Андрей Кнышев, гениальный человек, творил. Веселых ребят, радио Чипридук, 4дук.ру. У него в свое время была такая фраза, что... И была установлена голова-грудь на родине героя. По улице прошла девушка с большим бюстом, бесхоженной подмышкой. Вот это все из той серии, да. Там мне сразу вспомнилась история, когда экскурсовод ведет группу детей в Клину, конечно, по дому музея Петровича Чайковского. Везет, рассказывает о творчестве великого композитора. Они подходят к роялю. Я играл на том рояле, кстати, тогда еще давали играть одним пальцем на этом. Сейчас не дают. Правда, крышку не поднимали. Ну, он рассказывает, а на фортепиано, ну, на рояле стоит, говорит, как Ленин говорит, Александр, голова-грудь композитора. И дети, указывая пальцем на эту голова-грудь, спрашивают, это что такое? А он говорит, а это дети, чучелка Петра Ильича. Заканчивается экскурсия. Коллега экскурсовода пристает к нему с вопросом сразу, почему чучелка? Я не мог сказать детям бюст. То есть это было, наверное, в 17 веке, и тогда дети действительно краснели при слове бюст. Я просто запомнил. Сейчас вы пришли, да? Так, ну и, Евгений Николаевич, давай, включите гитару и романс о релаксирующем напитке. Если вы помните, то начали с подставки. Да. Отвлеклись. С каким же смаком в 7 утра глотают пиво? То, что дымится из-под пробки на ветру,
оно вливается вовнутрь. Неторопливо. Так и лишь пиво, и лишь только поутру. Глоток другой. И наведенные на резкость глаза и мысли возвращаются назад. И навоженная захарканная местность тут превращается в цветущий нежный сад. Над ним парит в лучах янтарного сияния вчерашний грешник, вечный пленник Будуна. И сокращаются большие расстояния, и приближаются иные времена, где нет с утра тоски похмельного синдрома, а только радость в предвкушении труда. Дорога медленно бежит к родному дому, а там жена глухонемая, но всегда. Старушка-мать печет оладьи хлопотливо, сынуля режет на баяне краковяна. Ах, почему ж так быстро иссякает пиво? Ах, почему же в этой жизни все не то? Ах, почему же в этой жизни все не так?